какие-то пакетики. Ну, в общем, короче, пакет в пакете, тут просто в пакете. Металлическая. Пилка с алмазным напылением. Но уже рисунок присутствует какой-то, есть потертости, как будто бы ей пользовались. И с этой стороны она немного шероховата. Ну, следы использования на самой пилке не видны, но здесь, конечно, вот такая вот шляпа. Попробуем, как она работает. Ну, гребет достаточно-таки хорошо. Надолго ли ее хватит, неизвестно. И у нее от штамповки присутствует край. То есть нужно будет здесь обрабатывать. С алмазной точилкой легко справится другая китайская алмазная точилка. Да, скорее всего, это просто убирали. И еще вот этот край обработать. И можно отдавать жене для проверки. Ну, я думаю, на какое-то время ее хватит. Ну, весит она, в руках чувствуется. Причем чувствуется вот эта вот железная штучка. Даже баланс какой-то у нее есть. Наверное, да. Что-то вроде того. В общем, ссылка, как обычно, в описании.